Ну что, вот так вот мы поставили. Комод он пока будет стоять здесь, то есть как бы и планировалось, что он здесь будет стоять. Вот так вот. Значит, здесь мы спим. Здесь комод пеленальный. Это я открыла, я проветриваю дверцы. Протерла. Вот она кроватка. Вот. Мы повесили светильник. Его тоже здесь не было, он новый. Такая кроватка. Это слоновая кость с маятником, как и хотели. Вот. Шкафчик тоже, как я и хотела. Видите, она, если ее раскачать, она какое-то время сама качается. Матрас остановлю. Что там в матрасе? Одна сторона, ну, как я говорила, уже жесткая, вот сейчас жесткая лежит, другая мягкая. Султан матрас называется. Вот. Характеристики не буду ничего говорить. Вот как есть, так есть. Так, из последних покупок, это с Детского мира, я взяла порошок вот такой. Не знаю, я же еще не знаю. Написано от года и до 3 лет. Все, я не посмотрела, что он от года, и взяла от года, ну ладно. Так, детский крем. Взяла Умка, это он с цинком и оливковое масло под подгузник. Синосан детская присыпка. Тоже якобы с оливковым маслом, не знаю. Это детские ватные палочки. И тоже от Умки я взяла. Муж говорит, что такое протеины молока, откуда что там. Ну, я взяла такое мыло. Все, это вот такие вот покупки из Детского мира. Далее. Получается, кроватка, на самом деле, то, что мы хотели. И самую дешевую цену, которую мы нашли, это дешевле просто некуда. У нас она обошлась... Это не та цена, на самом деле. Я не знаю, почему здесь написана такая цена. Но на самом деле она была 7990. То есть 8000. А тут такая вот написана. Не знаю. И вот комод раскладной. 5350. Вот этот вот комод. Это он столько стоит. Немножко. А матрас. Ищем. Вот матрас Moni Style Sultan. 2850 рублей. Скидки всякие, мне это уже не имеет значения, так как это индивидуально. Из вещей ничего такого нового, кроме как вот что вы видите. Это вот я в ленте взяла вот эти вещички. Вот такая вот распашонка, которая мне очень нравится. Вот эти вот на заклепках. Это тоже 62 размер. Будем на новорожденного одевать. Штанишки, потом как выяснилось, что они подходят, оба слона. Здесь слон, то есть видите, как оно получается. Очень часто дома выясняется, что подобрано. У меня уже так было, тоже 62 размер. Так что такой набор есть. И я еще взяла тоже такие вот ползунки, но почему-то написано 62 размер, но они явно больше. Вот. Вот такие. Это с ленты, это я у бабушки купила. Бабушка торговала. У нас зима, и я думаю, что нужны. Вот взяла. Вот такие вот носочки. Здесь загвоздка. Она их как-то связала. А развязать и самой потом на узел завязать. А, все ясно. В общем, вот покупки на, грубо говоря, 36-ю неделю. Наконец-то к нам пришла кровать, самое главное. Теперь можно в любой момент рожать. Потому что ложа детская приехала. Сегодня я буду, например, стирать уже вещички и раскладывать, правда. Как-то мне не нравятся запахи. Надо еще проветривать. Не знаю. Да, я его, как видите, выбрала два
разделенных передних шкафчика. Не знаю. Зачем? Брюс. Все.